14 новых машин закупил Минздрав Дагестана. Это «Газели» класса «Б», оборудованные всем необходимым для спасения жизни. Автомобили уже распределены между медицинскими организациями в районах и городах. Список больниц составляли, исходя из наиболее острой потребности в обновлении автопарка. Ведомстве отмечают, что это не последняя поставка карет скорой помощи в Дагестан. Ожидаются также новые поступления. Еще 30 машин централизованно закупает Минпромторг России.